очередной учебный год подошел к концу, а это значит, что бойцы студенческого строительного отряда «РУДН» начинают свой третий трудовой семестр. По традиции, на торжественной линейке на главной площади университета собрались 220 бойцов и бригадиров из ССО «Меридиан дружбы». Многие студенты работают здесь уже не первый год и выросли в строительном отряде профессионально, а для кого-то этот трудовой семестр стал первым. Также по обмену сюда приезжают бойцы из других строительных отрядов страны. Бойцы выполняют ремонтные работы в общежитиях и учебных корпусах РУДН, а также занимаются озеленением территории родного университета. Они искренне любят свою работу и получают от нее удовольствие. Главная цель «Меридиана дружбы» – подготовить РУДН к новому учебному году. Свой университет своими руками – девиз отряда. Работа в «Меридиане дружбы» – это прекрасная возможность получить полезные жизненные навыки, немного заработать, обрести новых друзей и весело провести летние каникулы.